Всем привет! Сегодня принесли ноут. Старенький достаточно. Смотрите, там пенек. N3710, 4 гига памяти и винда 7. Принесли с интересным глюком. Если мы берем и двигаем курсором через тачпад, то экран начинает вот так вот делать. Вкл-выкл. Сразу подключил ко второму монитору. Думаю, ну, может, как бы проблема с экраном. Вот, смотрите, видите, там все то же самое. Тоже если начинаю двигать курсором, также все тухнет. То есть нет этого вопроса. Если пользуюсь мышкой, то ничего не происходит. То есть только при движении тачем. Если в диспетчере устройств банально удаляем тачпад, здесь вот он ездит, связанный хайд. Хай-ID устройство, вот она, сенсорная панель. Если мы ее тупо делаем отключить, то у нас уже эффект не сохраняется. И кнопки, я думал, может быть, там, ну, что-то глюкануло на аппаратном уровне, там умер тач, например, и он так вот с таким спецэффектом теперь срабатывает. Но нет, то есть на аппаратном уровне все живое, как бы, и тут нет никаких реакций. Значит, все-таки программное. Ну, в общем, сейчас буду думать. Конечно, можно все это поотрубать, сказать, что пользуйтесь только мышкой, но хотелось бы понять, в чем спецэффект. Может быть, что-то связанное с управлением питанием. Но как оно завязано на включение-включение монитора, как будто глюк с тача передается на вот клавиши, вот эти вот, которые управляют экран, вкл-выкл делают. Или, может, яркость. Ну, вряд ли, скорее всего, включение-выключение экрана. Почему-то как-то тачпад внезапно завязался. Вот видите, опять подвигал, опять все потухло. Причем на двух мониторах сразу потухло. Вот такой спецэффект буду искать. В чем проблема? У вас какие идеи?